В эфире Народного телевидения «Хибины» программа «Опасность для жизни», в которой мы, как обычно, рассказываем вам о самых резонансных преступлениях и происшествиях минувшей недели. С вами Михаил Елисеев. Здравствуйте. Вечером 18 февраля Апатитский городской суд вынес приговор по резонансному уголовному делу о нападении на сотрудников Росгвардии. Подсудимый получил 2 года лишения свободы. И это не условный срок, а реальный. Эта резонансная история случилась в конце октября прошлого года. В одну из ночей экипаж Росгвардии выехал по сигналу тревоги в круглосуточную распивочную на улице Гладышева. Трое клиентов заведения устроили драку, повредили имущество рюмочной, а также друг друга. Чтобы растащить драчунов, гвардейцам пришлось применить физическую силу. Один из буянов никак не хотел успокаиваться и даже ударил сотрудника Росгвардии, когда тот уговаривал его вести себя более благоразумно. Чё? Что-то охрип-то, бедняга. Ты чё? Не надо трогать меня. У тебя есть наручники, Макс? Да. Давай сюда. Даже после того, как на мужчину надели наручники, он продолжал вести себя агрессивно и принялся осыпать гвардейцев нецензурной бранью. Задержанный мужчина хорошо известен сотрудникам правоохранительных органов. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, кражи, угрозу убийством, грабеж, разбой, причинение вреда здоровью средней и тяжелой степени. У него имеется 5 погашенных судимостей и 6 непогашенных. Удивительно, но факт. На последнее заседание по уголовному делу его пришлось доставлять силой. Являться добровольно он не захотел. Но в последнем слове заявил, что раскаивается в содеянном, хотя и возражает против съемки его лица. Да, я виноват, то есть, ну, виноват в той мере, которая, ну, заслуживает, готов понести ему наказание. И наказание не заставило себя ждать. С учетом личности подсудимого и всех обстоятельств дела, суд признал мужчину виновным по 2 статьям Уголовного кодекса. Применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти. И приговорил его к 2 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Под стражу его взяли прямо в зале суда. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. Остаться без водительских прав или заплатить 5000 рублей штрафа. Вот с такой альтернативой на минувшей неделе пришлось столкнуться многим водителям Апатитов и Кировска. В районе идет операция «Встречная полоса». Оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса» стартовало в Мурманской области 7 февраля. Главное отличие от повседневной работы ГИБДД – скрытое патрулирование на гражданской машине без опознавательных знаков. Инспекторы ДПС выявляют грубые нарушения правил обгона, фиксируют их с помощью видеорегистратора, а затем составляют на нарушителя протокол. На сегодняшний день промежуточные итоги таковы, что было выявлено и пресечено 28 правонарушений такого характера, одно из которых было совершено нарушителем повторно. Нужно напомнить телезрителям о том, что существует серьезная ответственность за данный вид правонарушений. Административный штраф накладывается в размере 5000 рублей, либо предусмотрено лишение права управления транспортными средствами от 4 месяцев до 6 месяцев. А если такое правонарушение совершается повторно, то лишиться прав можно сроком до 1 года. Главная задача полицейских – не составить как можно больше протоколов, а уменьшить количество ДТП с тяжелыми последствиями. На зимней дороге может случиться все, что угодно. Типичный пример – аварии по причине невнимательности, столкновение 2 автомобилей на улице строителей в Апатитах. Водитель «Опеля», поворачиваясь разделительной полосы, не заметил двигавшейся по главной дороге «Киа». Люди остались живы и здоровы, но ремонт предстоит колоссальный. В ночь с понедельника на вторник вот здесь, на улице Дзержинского, в Апатитах горело здание бывшего универсама «Вита». Но как оно горело, вы сейчас не увидите. Потому что, когда наша съемочная группа прибыла на место этого происшествия, выяснилось, что здесь есть более интересный сюжет.
Мой рука болит. Мой рука болит. Он карман закупил ее. Нету ничего. Что нету. Нету у меня ничего. Ничего. Садись справа. Все, отпускай. Ногу поднимай. Двое мужчин той ночью решили посмотреть на работу апатитских брандмейстеров, как в кинотеатре, из первых рядов и с напитками. Вот только не учли, что российское законодательство запрещает распитие пива на улицах. Зрители проигнорировали замечания полицейских, а когда патрульные начали задерживать одного из нарушителей, второй оказал сопротивление наряду ППС. Итог получился предсказуемым. Оба любителя ночных зрелищ уехали в отдел полиции, только один из них при этом оказался в наручниках. И на сегодня у меня все. Очередной выпуск программы «Опасно для жизни» подошел к концу. Ищите нас в эфире Народного телевидения «Хибина» и в социальных сетях. Оставайтесь с нами и берегите себя.